Говорит Москва. Российский интернет-журнал «Рабкор» пишет о Приднестровье. Приход к власти в Приднестровской Молдавской Республике в конце 2011 года новой команды во главе с президентом Евгением Шевчуком ознаменовался новым этапом в формулировании и реализации внешней политики страны, которая, в полной мере сохранив свои имманентные основы и черты, приобрела более отчетливый и последовательный облик. Приоритеты, цели, задачи и формы реализации внешнеполитической линии Приднестровья были зафиксированы в новой концепции внешней политики ПМР, принятой 20 ноября 2012 года. В качестве основных приоритетов в документе обозначалась евразийская интеграция, органичное воплощение итогов референдума 2006 года с акцентом на практику и переговорный процесс с Республикой Молдова как признание необходимости возврата к диалогу. Показательно, что документ получил высокую оценку Министерства иностранных дел России. В частности, в ходе визита в Приднестровье в 2012 году посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев, официальный представитель Российской Федерации в переговорном процессе в формате 5+2, назвал проект концепции «серьезной заявкой на получение целостного, непротиворечивого документа, который определит план действий на ближайшую перспективу». Фактически, новое руководство ПМР предложило явно назревшее и востребованное видение внешнеполитического курса страны, а именно необходимость его внятной практической направленности и нацеленности на осязаемые результаты как в отношениях с Российской Федерацией, так и в переговорном процессе с Республикой Молдова, отмечает российский интернет-журнал «Рабкор».